И к другим темам. В Кемерове мать чуть не уморила голодом собственного ребенка-инвалида. Держала его запертым в комнате без одежды, не кормила и периодически избивала. В помещении, где находился 12-летний мальчик, не было даже обоев. Как пояснили полицейские, мать знала, что ребенок будет с отклонениями еще до родов. Семья, в которой находился больной подросток, по словам соседей, спокойная. У женщины есть еще двое детей, поэтому многие недоумевают, как можно было так относиться к своему сыну. Сейчас ребенок находится в больнице, за его состоянием следят врачи. В отношении матери возбуждено уголовное дело, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.